Всем привет, друзья! Итак, очередной прогноз сыграл. Динамо Минск одержала вновь волевую победу. Но мы идем дальше. И сегодня нас ждет футбольный матч, суперматч, я бы так сказал, в чемпионате Германии, в Бундеслиге. Боруссия Дортмунд, первая команда чемпионата, принимает вторую команду, Боруссию Мёнхенгладбах. В принципе, как кажется, что трудно сделать прогноз на этот матч, но я считаю, что Боруссия Дортмунд здесь одержит победу. Почему? Я считаю, что тут сыграет большой фактор домашнего поля. Если мы возьмем статистику, Боруссия Мёнхенгладбах разбирает абсолютно всех дома, но на выезде команда в 8 встречах набрала всего лишь 9 очков. И если мы посмотрим пропущенные мячи, то именно практически все мячи Боруссия Мёнхенгладбах пропустила именно на выезде. Если мы возьмем личные встречи, то из 10 встреч 9 раз победу Боруссия Дортмунд одержала дома. И, естественно, из 10 домашних последних встреч. Вся статистика в пользу Боруссии Дортмунд, и я считаю, что тут такой основополагающий фактор – это фактор домашнего поля. Моя ставка – победа Боруссии Дортмунд, коэффициент 1.62. Всем удачной игры!